Продолжаем программу. Большое событие Ферганской области. В перинатальном центре открылся новый неонатальный блок. Он предназначен для создания безопасных и комфортных условий выхаживания новорожденных детей, в том числе с экстремально низкой массой тела, проведения необходимых лечебных мероприятий. Дильфуза Хакимова с деталями. Когда в перинатальном центре Ферганской области рождались маловесные дети, возникала проблема нехватки свободных коек, потому что в отделении для новорожденных было намного больше малышей, нуждающихся в уходе. Сейчас в учреждении есть отдельный неонатальный блок. Это место можно назвать центром внутри центра. В новом блоке, построенном на основе инвестиционной программы на 19 миллиардов сумм, расположен областной центр репродуктивного здоровья населения, консультативная поликлиника, отделение реанимации новорожденных на 18 коек, выхаживание маловесных и недоношенных детей на 20 коек, патологии новорожденных на 20 коек для больных детей в возрасте до 28 дней, поступающих из городов и районов, а также лаборатория. До 2021 года только в нашем центре имелось отделение реанимации и интенсивной терапии на 18 коек для выхаживания маловесных, недоношенных и тяжелорожденных детей. В то же время в помощи нуждались до 30 младенцев. Нам очень нужен был этот современный блок. Его создание стало для нас радостным событием. Отныне есть возможность оказания специализированной медицинской помощи малышам узким кругом специалистов и проведения катамнестического наблюдения за новорожденными. Это, в свою очередь, способствует снижению инвалидности. Если за последние 10 лет преждевременные роды составляли 9%, то сейчас этот показатель превысил 20%. В результате рождаются недоношенные дети с низким весом, и они нуждаются в уходе. Здесь созданы все условия для применения современных методов диагностики и лечения. По сведениям, в Ферганской области ежегодно рождается порядка 100 тысяч малышей. Ведутся поэтапные строительные работы по созданию современных условий в родильных учреждениях. На основании постановления президента о мерах по дальнейшему совершенствованию системы оказания специализированной медицинской помощи в сфере здравоохранения, в 2022 году созданы межрайонные перинатальные центры на базе родильных комплексов городов Коканд, Маргилан и родильного отделения Бишарыкского районного медицинского объединения. На эти цели израсходовано около 25 миллиардов сумм. Закуплено современное медицинское оборудование. Раньше были случаи, когда нам приходилось стелить матрас на пол из-за нехватки места в палатах. Теперь в палатах есть отдельные кровати для нас и наших детей. И все необходимые условия. Мы благодарны нашему президенту за современные возможности, созданные для матерей и детей. Сейчас этот современный неонатальный блок обслуживает ферганских матерей и малышей, нуждающихся в медицинской помощи по этому направлению.